Здравствуйте, с вами снова я, Вести, Вестленд, Равлидейс, ссылочка будет в описании на мой Яндекс.Дзен. Что ж, ну мы купили Спайка в маске, верно, по трейлеру понятно, в общем-то, давайте прокачаем Гейла. Хотя вообще какого фига он тут делает. Ну что ж, а мы начинаем. Так. У нас парное столкновение, и у нас есть пассивка, гаджет и спайк в маске. Так, давайте выключим звук. Хотя, ладно, какая разница, я все равно без звука. Опа. Здравствуйте. Да не бомбит у меня. Не бомблю я. Так, ну а у нас уже это... Малолетний дебил впадает в ярость. Ну да, именно так записывают видео. Ну че ты зайдешь, блин? Коль ты, блин. Ладно, не в этот раз. Ну, мы пойдем в пиявку. Новый режим. Или не новый. Возвращение старого режима, я знаю. Малолетний дебил. Личная скорба. Воу, какие тени. Ой, не тени, а что это такое? О, на, получай, Илка. Спасибо за такую прелестную игру. А воу. Не надо меня бить. На. Ой. Так, хорошо. Ну-ка, привет. Я приготовил тебе омлет. Оу. Шутка года. Так, привет, Юка. Сколько раз еще я сказал Юка. Ну что это такое? Что это за спай, блин, маски? Я не понимаю. Кстати, прям было как будто без текстуры. Но мы прошли в наш любимейший режим под названием горячая жопа. Ой, горячая зона. Так, тут у нас Матвей и Андрей. Ой, украинцы. Так, по сути, горячая зона очень легкий такой режим. Тут у нас, значит, очень много игроков. Вернее, 6. Нам не страшны никакие эти ваши сэнди, никакие эти ваши... Штука! Что происходит? Я не понимаю. О, здравствуйте. О. Блин, на. Ай-яй-яй. Ну иди ты со своим троллем. Так, все. Мы захватили горячую зону. И мы побеждаем в этом матче. Это уже понятно было. Ну и мы победили. Что ж. Во. Так. А мы переходим к следующей катке. Пожалел он.
Вот это у него ник. Я понимаю, конечно, он хочет его, но не так безграмотно. Ничего сразу. ПЖ Леона. ПЖ. Даже не ПЖ, а ПЖ. Ладно. Ладно, ладно. Так, школа одна. О, вау, только не этот шарик от... Ой-ой-ой, на, получайте. О, ты чё, дед? Блин. Так, ну а мы скоро захватим горячую зону снова. Так, кстати, я 8 убит. Если вы не знали. На, ну что? Что ты мне сделаешь? На. Ничего мне не сделать. Ну да. Так, уже у него 54. Так, там... Как меня бесит уже этот, блин, динамайк своими ультами, блин. На, получай. О, вот это мы, конечно, мощные. Так, тут у нас были в команде Кирилл, Леон и Армата. Собственно, Армата, это я, Артемата. Давайте согласимся. Что, ну как так-то? Давайте подвинем нашу камеру. О, как близко. Ладно. Счет идет равным. Ой-ой-ой, и только не спайк. Ну как так-то, я не понимаю. Ну что вот это вот. Я понимаю, конечно, но вообще. Ромочка, ну не надо так. Ну зачем? Ну только не твой. Ну что? О, ты чё? Самый плохой поступок в мире — это кинуться в 3 на 3. Приближение, конечно, мощное, да, я знаю. Я всего лишь подвинул камеру. Зачем я это делал, я не знаю. Так, ну а мы скоро захватим... Были какие-то звуки гитары, которые он задыхается. Впрочем, Что? Да как? Поражение? Да как так-то? Я не понимаю. Воу, как они мощно растягиваются. Мощные наушники, просто муа. Сейчас вот я говорю, и это вам, наверное, громко. Кстати, а где Джеки? Я, конечно, все понимаю, но... Ладно. О, опа. Какой там следующий приз? Так, а давайте мы выполним квест. Че, как вам такая идея? Да, я не знаю, карта или это для Спайка, но... Кстати, оцените мою новую прическу. Я постригся так-то, если вы не заметили по трём роликам. Ой, двум роликам, которые я выложу. Да что тут они все такие сильные. Кстати, а вы заметили, что у Рика какой-то новый узор? Так, чё ты, блин, мучишься тут? Выканул, да? Выканул. Ну, я не знаю, как
Какая пассивка самая лучшая? Ах ты ж дизлайк! Хейтер! Ну ты... Еще убил меня, ну как так? Вот это я понимаю, мазон. Так. Ладно, всем пока, подписывайтесь и ставьте лайки. Бум. Over the earth.